Здорово всем, ребята, Кента пока на проводе, и это просто полный трэш, это просто взрыв башки. Вы не ждали, и я не ждал. Это не концепты, это не кликбейт, это самое настоящее новогоднее обновление. Ребята, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если вы ждали обновления. Присаживайтесь поудобней, я вам расскажу много-много всего интересного. Ребята, данное видео будет сделано по видео ТикТака, потому что, к сожалению, это обновление еще не вышло в Play Market, но оно было на канале ТикТака. Мы с ним побеседовали, я много чего спросил у него, плюс я, ребята, лично общался с разработчиком, поэтому я вам обещаю, что будет весело, интересно. Поэтому поставьте лайк и подпишитесь. Ну что же, а мы начинаем. Хочешь, дорогой инвентарь, с топовыми арканами? Заходи на mystandoff.ru и открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальные выплаты и множество кейсов. Промокод Кент умножает сумму пополнения на 25%. mystandoff.ru. Заходи и выигрывай, это мой выбор. Сегодня, ребята, вы увидите обновленные карты, новый нож, 3 новых режима, наклейки и много-много всего. Также, помимо всего этого, ребята, будет куча пасхалок. Поэтому, если вы, ребята, хотите увидеть все крутые пасхалки, обязательно подписывайтесь на мой канал. На данный момент вы, ребята, видите все новые наклейки с новой новогодней коллекции. И это обалдеть как круто. Честно говоря, я больше хотел бы, чтобы выпустили новогоднюю коллекцию с скинами на оружие. Но, тем не менее, наклейки тоже очень-таки неплохо. Посмотрите, вот это, кстати, будет очень дорогая наклейка. Это будет Снежная Королева, это будет Аркана. И она будет стоить, я не знаю сколько, я думаю, 1003-4 голды минимум. Ну и, ребята, самое главное, это Free Pass и Gold Pass. Может быть, кто-то не помнит, но раньше уже была подобная штука. Это было очень прикольно. Грубо говоря, вы играете, получаете опыт, и за опыт вы получаете разные ништяки. Если у вас Free Pass, ну, то есть, если вы не донатите в игру, вы получаете, честно говоря, так себе ништяки. Ну, честно говоря, даже очень так себе. Реально, один отстой. Вот если вы, ребята, донатите, то вы можете получить крутые скины, халявные кейсы, и самое главное, можно получить флипу найф. Я теку флипу найф, иди сюда. Я, ребята, буду самым первый, кто задонатит, потому что я очень сильно хочу флип найф. Вы просто посмотрите на эту малышку. Ну вот как можно ее не любить, ребята? Ну вот как? Не-не-не, я себе хочу флип найф, и мне кажется, это будет очень дорогой нож, и он будет стоить минимум 10 тысяч голды. Как думаете вы, сколько будет стоить флип найф? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И да, ребята, вы, наверное, подумаете, что я сумасшедший, но я хотел бы еще раз акцентировать внимание на эти ножи. Это, ребята, Flip Knife Dragon Glass. А вот это я впервые такой вижу, какой-то винтер камуфляж. Ну нифига себе, чё это за скин такой, чё это за нож такой? А вот это Stone Cold, это типа ледяной какой-то нож. Обалдеть. Ребята, я такого никогда в жизни не видел. Я думал, будут скины такие же самые, как и на остальные ножи, но тут реально... уникальные скины, вы просто на это посмотрите. Это вообще какой-то вортекс. Офигеть, что это? Как же это красиво, я хочу. Но вот это Frozen, это самый некрасивый нож. Ну реально, согласитесь, он самый отстойный. Вот я бы себе хотел бы, самый первый, это Dragon Glass. Прям очень хотел бы именно этот Flip Knife. Также, ребята, у разработчиков Standoff 2 есть такая традиция каждый год добавлять новый режим. Ну, в этот Новый год они добавили 3 новых режима, мать его за ногу, 3 новых режима, охренеть просто можно. Ребята, я не знаю как вы, но я капец как сильно буду это ждать. Плюс в этих режимах обновленные карты. Ребята, вы посмотрите, как все красиво, как все гармонично смотрится. Вы посмотрите, какие-то новые пистолеты, что это, охренеть, я хочу в это играть. Обновление ты где? Ребята, давайте так, все, кто ждут обновления, давайте запустим хэштег «Выпускайте обнову», потому что не знаю как вы, но я капец как сильно ее жду. Вы просто посмотрите на все это, ребята! А представьте, сколько там пасхалок, мать его за ногу, сколько там пасхалок! 3 новых режима, обновленные карты, новое оружие, посмотрите на эти пистолеты, офигеть не встать! Ну и конечно же самое-самое главное. Ребята, посмотрите, как изменили вкладку магазин. Убрали хэллоуинские стикер-паки. Я знал, что их уберут, поэтому я, ребята, запасся хэллоуинскими стикер-паками. Я их купил себе целых 70 штук. Я знал, что их уберут, и я же мозг, я их купил себе наперед, чтобы потом продать дороже. И вместо их добавили промокод. Что же такое промокод, честно говоря, для меня небольшая загадка, но, скорее всего, вы ребята, вводите определенный промокод и получаете совершенно бесплатно Gold Pass, или получаете халявную голду, ну или еще что-то, и, как по мне, это реально тоже очень-очень круто.
Ну что же, ребята, вот такое вот было обновление. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Как по мне, это нереально круто. Кто тоже ждал обновления, давайте запустим хэштег «Ура, обнова!». И если обновление еще не вышло, то ждите. Очень-очень скоро оно должно выйти. Обновляйте Play Market, потому что в ближайшее время оно будет. Я сниму еще одно видео. Короче, почтенные, всех люблю. С вами был ваш Кент АПК. Что вы думаете про обновление? Напишите в комментариях. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.